А вы знали, что самые умные животные – это обезьяны-шимпанзе? Они имеют много общего с человеком и очень отличаются своим поведением от других зверей. Они могут узнавать себя в зеркале, могут запомнить до 3000 человеческих слов, умеют общаться на языке жестов и пользоваться теми же предметами, что и человек, например, вилкой и ложкой. У людей и шимпанзе похожее строение скелета и зубов. Их ДНК на 90% сходна с ДНК человека, и у них также 4 группы крови. Кстати, их кровь можно переливать человеку с той же группой. Удивительно, не правда ли? Шимпанзе могут с интересом смотреть кино, слушать музыку и даже пользоваться компьютером, чтобы что-то написать. В дикой природе шимпанзе сами делают из палок копья для охоты, заостряют их зубами, разбивают камнем скорлупу орехов, а острыми камнями могут разрезать крупный фрукт на мелкие кусочки и даже делают два дела сразу. То есть они умеют думать и находить варианты решений.